Всем большой привет! Очень давно меня девочки просят снять болталку, как раньше. У меня были такие видео, наверное, больше, чем полгода назад, когда я собирала какие-то последние новости, какие-то новинки. Хотелось поделиться какими-то мыслями. И вот я в один ролик все это соединяла, и такая кухонная болталочка получалась. Вот сейчас я решила сделать то же самое, потому что кое-что накопилось. Вроде не хочется влог снимать, тут кусок, там кусок, а тут все вместе. Сейчас соберу и покажу. Будут и покупки, и мое мнение о каких-то, может быть, покупках, которые я уже показывала. И вообще какие-то, может быть, новости последние расскажу. Первое, сразу хочу начать с моего фона. Очень многие девочки, мальчики обратили внимание, что красивый фон. Многим понравились эти кирпичики. На самом деле это был подарок моей сестры. Я ей сказала, что меня часто стали критиковать, что не нравится мой фон с цветами. И она взяла и неожиданно принесла мне новый фон. И сказала, пусть теперь будут кирпичи. И на самом деле очень получилось классно, мне понравилось. Ну а фон на столе я всегда теперь меняю. Меня как-то осенило, что я своим куклам практически каждый день, через день покупаю новые ткани. Почему же я их не могу использовать как скатерти на стол? И это тоже будет как-то украшать эти ролики. Ну, сейчас, кстати, скатерть является подарок из последней посылочки от Натальи. И мне кажется, очень даже неплохо смотрится. Букетика нет, потому что мне стол нужен. Сегодня я ходила в магазин, давно хотела купить какое-нибудь покрытие на кровать, ну, типа покрывало. И выбор остановился вот на таком интересном мешке. Бамбук 220 сантиметров. Это такие пледы были. У меня ребенок очень любит мой халат. Я не знаю, какой здесь материал, но очень похож на такой мягкий, пушистый халат. Ну, в общем, расцветки были абсолютно разные. Я хотела бордовый, видела еще вот такой бежевый в продаже. Но в итоге мы взяли вот такой вот оранжевый. Я сейчас вам покажу. Тут не написано. Написано бамбук, но на самом деле, наверное, это полиэстер. Нету. Ну, пусть будет бамбук. И давайте я покажу сам плед. Это такая красотень. Вот такая вот, прямо как медведь. Понравился. На самом деле на нем валяться хорошо, читать книжки на нем приятно. Он и на две стороны можно его постелить. Похож, конечно, на халатики. Вот такие приятные, домашние, теплые, зимние. Вообще, ну прямо красота. Ну, плед я уберу с экрана, иначе он у меня тут все место сам займет. Я сегодня была в Магнит Косметик. Давайте я кое-что покажу, что купила. Девчонки, честное слово, не люблю я показывать бытовую химию. Ни в пустых баночках, ни покупки. Может быть, это все-таки тема, которая мне не очень интересна. У меня, например, очень хорошее средство закончилось, но я не стала в пустых банках оставлять, для мытья унитазов. Но в этот раз я пришла в Магнит Косметик, на него не было скидки, он слишком дорогой. Мне понравилось по описанию вот этот вот Санфорда, как девочки говорят, что учи английский. Ну, пока вот такой ломаный мой. Слушайте, тут 1000 миллилитров, грамм. Мне показалось, что неплохо, описано очень хорошо. Были средства, которые подходят и для раковин, для ванн и унитазов. Но я так не люблю, потому что такие универсальные средства, они не так хорошо отмывают камень, который в унитазе копится. И мне больше нравятся вот такие вот конкретные, чтобы точно боролся. Обещают за минуту, поэтому если регулярно ухаживать за сантехникой, я думаю, что она будет блестеть, переливаться и загрязнений не будет. Ну, в общем, вот такое вот средство.
какие-то хорошие у меня надежды, положительные, что все будет работать прекрасно. Также второй раз уже покупаю вот такое Bio-Mio, где оно, вот оно, с ароматом мандарина, с эфирным маслом даже мандарина, и пахнет приятно. Это для мытья посуды, фруктов и овощей. Вы посмотрите, какая красивая бутылка. Средство очень густое, экономное. Мне на семью из 4 человек плюс кот хватает на 2 месяца точно. Ну и очень радует глаз сама упаковка, когда стоит на раковине. В нем 450 мл, отличное средство. Также вот если, ну, пустые банки я ленюсь показывать, от Синержетик мне очень нравится средство, которое продается в фикс прайс за 99 рублей. Если вот эту бутылку поймать со скидкой, то по сути они идут примерно по 100 рублей каждый. Подходит для детской посуды тоже. Далее. Не знаю, показывать нет. Постоянно беру вот эти вот нейтрализаторы неприятного запаха, сухое распыление, душистая сирень. Это освежитель воздуха. Хочу отметить только то, что они стоили в районе 33, мне кажется, рублей. Магнит Косметика. Сегодня я его за 47 увидела. Единственная была скидка 20%. И он был дешевле, поэтому. Но вообще цена поднялась. Хорошая цена, правда, я уже пользуюсь. Это Брев гель. Вот так вот вообще они по-настоящему выглядят. У них висят сразу вот так прикреплены их, как это называется, емкости, куда переливать дозы. Обещают 14 недель. Из каких соображений они это сосчитали, на сколько человек в семье, я не знаю. Ну, наверное, сосчитали. Видите, они идут как с гранулами такие. Взяла я 2 зеленые яблока и волна свежести. Беру только тогда, когда идут 2 по цене одного, либо скидки. Вдвоем они 200 с чем-то, 220, может быть, как-то так стоили. И вот когда так они продаются, то я обязательно беру, мне нравится. Потому что то, что можно вот на таких штуках повесить с кусочками мыла, даже если там за 100 рублей, мне хватает на семью на 5 дней. А эти действительно долгоиграющие. Единственное, девочки, мальчики, не знаю, кто смотрит, вот это средство хочу поругать немножко. Оно пенится, конечно, хорошо, но сквозь вот эти решетки почему-то вылетают прямо кусочки вот этой вот, ну, вот этого средства. Должно размыливаться, а вот оно почему-то не экономно. Впервые такое. Обычно хорошо идет пена, и вот это средство долго в дозаторе находится. Но вот в этот раз что-то он лихо больно выскакивает оттуда. Далее. До фикс прайса не дошла. Очень болит сейчас спина. Фикс прайс у нас далеко. Поэтому доползла только до Магнит Косметик. Взяла ватные диски я самая. Но все-таки то, что продается в фикс прайсе, 150 штук аура, как вроде бы так называется, 55 рублей, для меня лучше. Хотя тут тоже прострочный такой край идет. В районе 50 рублей они стоили, точно не помню. Ну, ватные диски очень нужны как мне, так и маме, поэтому беру постоянно. Ну и без конца беру вот такие пакеты. Они 4 рубля, когда есть скидка 20%, 3 с небольшим. Так, сейчас я покажу размерчик. Мне очень нравятся эти пакетики. В них отдавать заказы. И кукол я отдаю заказы в этих пакетах. И также в них хорошо Avon, Faberlic. Потому что я на сайтах забываю заказывать их пакетики. И беру уже, когда бываю в Магнит Косметик, такие. Также, только не пугайтесь, то, что внутри я не покупала. Это я из ванны вынесла. Померила и решила так и оставить. Взяла вот такие 2 корзины. Смотрите, сколько всего умещается. Мне это надо для уходовых средств было. Обе уже определила, где они будут стоять. Одна у меня с запасами декоративки, ну, с использованием. А вторая в ванной стоит со всеми моими кремами для тела, рук, ног, ну, какие-то такие вот скрабики, что-то такое. То, чем я пользуюсь в данный момент,
И вот такая корзина очень удобна. Она глубокая, ничего оттуда не вываливается. Я не буду уже вынимать. Решила показать вам прямо вместе с корзиной. Корзинка стоила, по-моему, 75 рублей и минус скидка 63 рубля. Кажется, так получилось. Чуть дороже, чем в фикс-прайсе, но качество хорошее. Была в двух цветах, фиолетовом и сером. Еще там бывают корзины точно такого же пластика цвета, но длинные такие. Мне в них тоже удобно хранить декоративку. И я уже покупала. Сейчас не стала, потому что есть мне больше не надо. А так, обратите внимание, очень удобные. Ну, хотя кому надо, те и в фикс-прайсе купят. Там, в принципе-то, не хуже. Дальше. Магнит косметик у меня закончился. Хочу обратить внимание в Пятерочке вот на такие вот коробочки. Кто подписан на Максимкин канал, это мой сын. Можете зайти, ему будет очень приятно. Он распаковывает такой свитбокс на камеру на своем канале, показывает, какая из игрушек ему досталась и что входит в этот набор. Многие мамочки интересуются, смотрят, дети просят, когда они бывают в Пятерочке, стоит 199 рублей. Ну вот, стоит оно того или нет, вы можете у Максимки на канале посмотреть. Ссылка на его канал либо под видео, либо в конце видео будет обязательно. Мы, кстати, на его канале всегда вместе открываемся. Дальше. Дальше из покупок, даже из подарков. Я вам говорила, что стену мне подарила сестра, а ее свекровь, моя подружка, подарила мне очень красивую сорочку. Она сказала, что ей в магазине так понравились эти сорочки, что она купила мне, себе и Катюшке, ну, моей сестренке. То есть вот мы все трое теперь, ну, правда, в разных расцветках, вот такие вот имеем красивые сорочки. Вы знаете, такое классное качество. Вот просто хочется щечкой прижаться и... Не знаю, ну прям, ну настолько классный материал. Не знаю какой, не знаю даже где купила. XL она взяла. Мне как раз такое хорошо. Я люблю просторное, чтобы вот... Как в прошлый раз я пижамку купила, когда мне девочка одна написала, что мой муж бы не понял, если бы я спала в пижаме. Но, девочки, не все семьи имеют свои комнаты. Мы спим в комнате там же, где спит и ребенок, поэтому у меня ребенок бы не понял, если бы я спала в неглиже. Ну и насчет пижамки я не просто так заговорила, я ее принесла. Кто смотрит мои обзоры Avon, знают, что я в прошлом каталоге купила эту пижаму и хочу дать по ней отчет. Я ее еще не стирала. Так, сейчас я вам так быстренько покажу. В общем, штанишки вот такие вот. И очень красивая кофточка с медвежатами. Я хочу сказать спасибо девочкам. Так, вот так вот. Видите, очень милейшие тут вот такие медвежатки. И, в общем, ну, она сейчас мятая, потому что я ее достала. Ну, я ее в стирку собираюсь просто положить. Вот. И... Хочу обратить внимание, во-первых, меня уже девочки предупредили, поэтому для меня не было это сильным стрессом. Во-первых, она еще не стиралась, но уже садится. Во-вторых, у нее оттягиваются приятный материал. Но это такой хлопок, я так думаю, у которого, вот, не знаю, вам видно, ну, вам, наверное, не видно. Оттягиваются локоточки и коленки, растянулись рукава. И девочки говорят, что она еще сядет. Почему я решила об этом заговорить? Потому что очень многие под моим восхищенным роликом, где я показываю эту пижаму только в покупках, написали, что девочки закажут себе тоже. Настолько им понравилось, как и мне. Но вот мой долг предупредить о том, что пижама имеет подводные камни. В том каталоге, я не помню, в 16-м, кажется, я делала заказ в компании Avon. Были три пижамы, они с хорошей скидкой шли. И вот две другие девочки хвалили, говорят, они носятся прекрасно и не растягиваются. Поэтому спасибо огромное тем, кто
меня предупреждал. Я знаю, что меня Жануля предупреждала и еще две девочки. Вот вам огромное-огромное спасибо. Для меня это не было стрессом. Носить в любом случае буду. У нас зимы холодные, но то, что она деформируется, это факт. К сожалению, это так. Следующее. Я хочу сказать два спасибо. Мне сегодня моя сестренка, во-первых, подарила вот такую милейшую открытку. Котик похож на моего Степу. С такими веселыми стихами про меня. Вообще. Я до конца не буду читать, но могу начало. Ты такая умница, сестренка, лучше всех. Накрасишься, красавица, для блогерских побед. Смотрю я на Ютубе, ты как популярная звезда. Помочь достигнуть красоты легко, на раз и два. Ну, а дальше не буду я читать, потому что дальше такой сплошной юмор, что только я могу понять его. Вот, и еще одно огромнейшее спасибо я хочу сказать Аленочке. У Аленки тоже есть свой канал, она мне прислала, мне и Максимке, вот такого минишного котика открытку. Так порадовала, столько приятных, позитивных эмоций было, так по-девчачьи она украсила заднюю сторону. И, Аленка, надеюсь, ты не расстроишься, но тут такие нейтральные стихи, я хочу тоже их прочитать, может быть, еще кому-то будет приятно. Я пишу и улыбаюсь, ты, читая, улыбнись. Я сейчас тебе признаюсь, ты к открытке наклонись. Не поверишь, но я вижу от улыбки твоей свет. А еще сейчас услышу на привет мой твой привет. Вот такая красота, представляете? И вот такой котик теперь стоит у меня на полочке и радует меня. Беленький и черненький. Девочки, огромное спасибо. На самом деле очень приятно. Может быть, я немножко коряво прочитала стихи, потому что когда я первый раз читала с черным котиком от моей сестренки, она сказала: «Нет, ты неправильно читаешь». И перечитала мне более интересно. Ну, я вот так. И последнее, наверное, что я хочу сегодня в болталке наболтать, тоже касается моей сестры. Она мне вот так вот мимишно, оформив, принесла пробник аромата. Ну, вообще, вот это Сиэль парфюм. В Сиэле очень классные пробники. Посмотрите, они 2 или 3 миллилитра. 3,5 миллилитра, представляете? Это аромат, который у нее, ей присылали, но присылали на заказ. И у меня была возможность его потестировать. Настолько я влюбилась в этот аромат. Девчонки, если у кого-то есть возможность дотянуться до Сиэль парфюм, у них каталоги выглядят вот так. Я вам сейчас кое-что тут покажу. Вот этот аромат потестируйте. Причем потестируйте его в течение часа. Нанесете на себя и поносите. Называется он вот так. Релакс. И вот из этой вот, по-моему, трио, там трилогия такая, арома и разные названия. Но я сейчас в каталоге, если найду, вам покажу. Это шикарный аромат. Это такая женственность, это такая красота. Ну, это просто вау. Я, наверное, все-таки не удержусь, закрою глаза на все свои огромное количество парфюмов и закажу вот этот. У меня есть возможность заказывать со скидкой представителя, потому что сестра сама занимается Сиэлем. И сейчас хочу для любителей каталогов полистать и показать. В основном в Сиэле, у них, конечно, и уход, и декоративка есть, но их основной конек – это парфюмерия. Причем парфюмерия, которая является философией знаменитых брендов, которая есть лично своя. Я не помню, сколько лет этой компании, но в районе 10 или чуть больше. Могу ошибаться. Кто занимается Сиэлем, те знают. Смотрите, какая красота висит на цепочечке. Комплиментик вот такой. Я к сестре, когда прихожу, просто закрыв глаза, стараюсь мимо этого каталога проходить, иначе я так думаю, что у меня начнутся заказы еще и по Сиэль. Вот их знаменитые вот эти кошечки. Так, я хочу найти вот
Вот они. Вот так выглядят эти три флакончика. В них 35 миллилитров. Обычно Катя говорит, они чуть дороже, 1100, кажется, стоят, но здесь 1000. Ну и со скидкой представителей, я так думаю, у меня будет в районе 700 или около того рублей. У них там 30, по-моему, или 35% скидка для представителей. И вот то, что я очень хочу, это вот этот вот ароматик. Бесподобный, конечно. Ну и хочу с конца еще полистать. Декоративку показать немножко. В Сиэле очень хорошая система для ламинирования волос. Тоже можете, если найдете представителя, поинтересоваться. Тут есть карандашики. Очень понравились вот такие тени. Над ними я просто зависла. Честно, зависла. Но такая красота. Их можно и сухим, и влажным способом наносить. Но это то, что мне хочется. Люблю я это дело. Вот так. Тушь. Тушь тоже хвалят у них. У них хорошие средства. Вот, помады. Ой, как я люблю помады. Многие девочки переживают, что я покупаю помады. Не переживайте, я очень много дарю помад. Просто я не делаю такие ролики, что смотрите, ну там, я вот столько насобирала и буду дарить. Я просто собираю, которые мне не подошли, либо которых у меня похожие есть, двойные. Я просто раздаю своим подругам, знакомым, они уже разбирают. Вот, поэтому у меня остается только то, что мне нужно. А в любом случае заказывать я буду, потому что канал с косметикой, и мне хочется и показывать ее. Посмотрите, какая красота. Вот это вот тоже Вельвет, матовая помада. Общая цена 450 рублей, но опять же со скидкой. Можно выбрать себе какой-нибудь интересный оттенок. Тоже у них есть вот с кликом, который, ну, надо нажимать. Оттенки, конечно, даже вам, наверное, видно. Ну, реально красивые такие. Неплохое оформление флаконов, тюбиков. Тоже такие палетки. С блесками, глянцевая текстура. Да, блески. Вот такие блески для губ. Ой, я вот эту вот палетку так удивилась сначала. На страничке, кажется, такие небольшие палеточки. 1160. Я сначала ахнула, говорю, как дорого. А мне сестра говорит, ты граммы посмотри. Представляете, 122 грамма. Они огромные, оказывается, вот эти вот палетки. И теперь мне так интересно. Единственное, что цвета, вот как-то мне не хватает цветов. Вот этот, конечно, неплохой, оригинальный. Тут вот так вот. Тут и пудры получаются очень большие. И вот так третий. Может быть, я все-таки разорюсь, потому что, ну, 122 грамма. Тут на полжизни хватит такой палетки. А выглядит, вот кажется, вот так вот реально и будет, что маленькое что-то придет. Вот. Интересно. Так, ну и чего еще вам показать? Вот эти интересные у них помады, они подходят для возрастных губ. Питание и комфорт. У них SPF. И защита губ. Она так выравнивает. Вот такие оттенки. У меня мама какую-то хочет помаду взять. Возможно, я вам даже покажу обзор. Вот. Ну, что-то я теперь налистаю. Конечно, налистаю. Немного, потому что в этом месяце я уже делала заказ на Beauty Home. И выше своего лимита, который я выделяю на косметику, я не трачу. Вот так красиво смотрится. Где-то еще было... Были блески. Вот тоже какая помада интересная. Это идет уже блеск бриллиантов на твоих губах. Наверное, с блесками.
так смотрится. Вот здесь тоже интересно, что это. Карандаш тени для век. Вот, смотрите, какая красота. Тут есть даже набор кистей. Лаки. Вот что-то я либо пролистала, либо не долистала. Хотела показать вам то, что я хочу. А, ну вот. Вот в самом конце, оказывается. Один из, или два даже из таких блесков я буду заказывать. Это даже не блеск, а жидкая лаковая помада глянец. Лаковый эффект, насыщенный цвет. Вот видите, что здесь написано. И вместо 450 рублей она будет 300 и минус еще скидка представителя. Поэтому вот я смотрела, смотрела и думаю, два оттеночка-то я отсюда возьму. Ну, в общем, заинтриговала, если смогла заинтриговать, то это хорошо. Если нет, то ладно, не страшно. Вот, в принципе, все, о чем я хотела рассказать и показать. Напишите, пожалуйста, девочки, мальчики, интересно ли такие видео, стоит ли восстанавливать такие болталки на моем канале, потому что некоторые пишут, что Света хотя бы газету читай, но только чтобы видео выходили. Ну, конечно, так слышать это очень приятно, но газету уже читать не будешь. Это, ну, я понимаю, что смешно. Спасибо огромное всем за внимание, всем до новых встреч и всем пока!